Почему аборигены съели кука? Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне кук, как в кружок усевшись под азалией, поэтом с восхода до зари. Ели в этой солнечной Австралии друг у дружку злые тигры. Но почему аборигены съели кука? За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать, съели кука. Есть вариант, что их не вождь большая мука сказал, что очень вкусный кок на судне кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Вошли без стука, почти без звука. Впустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в теме. Еще предположение, что кука съели из большого уважения, что всех намускивал колдун хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте кука, кто уплетет его без соли и без лука. Тот сильным, смелым, добрым будет вроде кука. Кому это под руку попался каменюка? Ломают копья, ломают луки. Сожгли и бросили дубинки из бамбука. Переживают, что съели кука.